Пришла вот такая посылочка с Китая, очередная. Я так подозреваю, что здесь взлетно-посадочная площадка для дрона. И даже не для одного. Уже и коврик этот пришел, как я его называю. И дрон этот пришел. А для этого героя у нас плавающего мозгов так и нету. Те, которые пришли, мозги оказались бракованными. И он теперь стоит с бракованными мозгами. Никак не можем проверить в работе подвес. Вот этот вот классный подвес. Двухосевой, самый легкий, 104 грамма весит этот подвес. Хочется, чтобы видео было нормальное, стабильное, не дергалось. Итак, вот у нас такой коврик 55 сантиметров для Mavic Pro предназначен, но мы его будем, я думаю, использовать для всех квадриков. Вот такая сумочка, видите, как вот эти сумочки, вот комплектор, вот это у нас выпали. Это пока не знаю, что это, но это что-то, какие-то наклеечки красненькие, не знаю, светоотражательные. Это колышки, чтобы к земле крепить. Вот эта сумочка уже показывала. Ёлки-палки, да ты шо. Вот так и заикой стать можно. Вот такой вот у нас получается такая взлетно-посадочная площадка образовалась. Вот что, нормально, и симка встает. И я думаю, что Bang Toys X16, который я сегодня оплатил на Алиэкспрессе в день всеобщих скидок или массовых скидок мировых, общего, как хорошо он стоит здесь, да? Ну, в общем, вот такой вот классный. И всего-навсего, ой, дайте я ж посмотрю, я забыл уже, сколько он мне стоил. Сейчас мы зайдем, я прошу прощения. Где у меня? Давайте, что-то около $5. Недорого, потому что за такие же кто-то там... Сейчас откроем мои заказы в профиле. Так, мои заказы. Вот такой классный. Я думал, он хуже будет, а он оказывается подпружиненный. Так, солидно подпружиненный еще. Ну, главное, теперь главное его свернуть. Еще ж надо. Ух ты, блин. Так вот, если правильно я мыслю. Ой, блин. Как ты его? Так надо. Еще. Тут еще надо потренироваться. Его складывать. Но сейчас. Пока пусть стоит. Так, где мои заказы? Так, это сегодняшние. А, вот он. И обошелся он мне в $4.63. Так это ж за даром. Дешевле $5. Вот. Так что заказывайте. А, ссылочку. Обязательно ссылочку на продавца я оставлю в описании. Ну, такая классная вещь. Ну, все.